Здравия желаю всем. Вчера был вопрос такой. У тебя это все нормально идет, но только там то выше на 20%, то ниже на 20%. Значит, что мы сделали? Проблему эту решили. Сейчас покажу как. Значит, вот. Поставили вот, вот эту вот повышайку пришла. Сейчас посмотрим, что произошло. Включаем даже. Там стоит, по-моему, на 16 у меня. Сейчас посмотрим. Включаем на одну, на две, две секунды и одна десятая. Какой выход будет? Да, 19 вольт у меня. Как видите, стабильно выходит, видите. 19,5, 19,52. Но при этом 19, ну, в общем, 3 сотых всего разница, видите, с повышайкой. То есть напряжение стабильное, несмотря на то, что это самое. Ну вот, смотрите, 19,50, 19,49, 50, 49, 52, ну, в общем, 3 сотых. То есть это большой роли не играет. А вот сейчас посмотрим. Как вчера, значит, показывал, на 0,1. Что тут у нас? То есть на 19 я поставил, на 19. Ну там еще просядет. Под батарейками-то понятно. Чтобы было 16. 15-16 будет. Так. А вот сейчас 1,1, значит. 1,1 и 1 секунда. Тут вообще, видите, стабильность. То есть на 0,2 тут. А то вообще на одну десятую тут стабильность. То есть стабильно можно заряжать, не важно, что прерывистый. Повышайка, видите, дает стабильность. 9,51, 9,50. То есть проблема решена. С этим. Но чтобы повышайка, значит, не упала с повышайки ток, надо точно посчитать, какой выход. Я вот вчера посчитал тут без этого, без повышайки то какой выход. Вот, значит, выход 9 на 0,1, выход 9. Без повышайки. 9, да? То есть каково мощность? Мы рассчитаем мощность по этому выходу. По 9, да? Мы рассчитаем, значит. Так. И получится у нас 24 максимальная мощность на этот вольта. Когда подается, он дает, значит, 360 ватт. А у нас 9 разделить на 9. 2,66, видите, опять сатанинская. Все везде расчеты, вот сколько я делаю, все время выходит сатанинская. То есть они значит, закодировали сатанинскими вот этими тремя шестерками это все расчеты. Понимаете, что? То есть у нас получается 360 разделим на 2. 666. 135 ватт у нас мощность. Но потеряется скорость-то. На деле-то не 135, а где-то 20 ватт всего было. То есть 20 на 20, лампочка на 12. Показывала мощность около 20 ватт. 20. То есть она 25 ватт, когда на 12, так показывала около 20. То есть 20, потому что снизится, когда, значит, нагрузка, оно снизится. То есть, значит, надо при 0,1 где-то 20. Ну там еще. Это у нас, видите, такая лампочка. А надо мерить лампочкой, допустим. Более мощной,
то она тоже так же прощает, надо более мощную, можно две, ну я еще померю, две подцепить. То есть, ну даже пусть там 20, как показала, хотя это перемеры будут. То есть можно заряжать, значит, батарейка, допустим, 200 ватт, разделим на 20, то есть 10 часов. То есть зарядка при такой схеме будет идти 10 часов. Зарядка при такой схеме. Даже может меньше. Это как, если считать этих? То есть батарейку сюда надо ставить при такой схеме. Сюда надо ставить батарейку на 200 ватт, не более. Тогда все будет четко. Тогда все будет четко. Ну, в общем, надо покупать аккумуляторы для такой схемы на 200 ватт. Но это маловато, конечно. Но пока хоть такие взять. То есть буду, значит, копить на аккумуляторы. Кто желает помочь, можете помочь. Есть там эта ссылка. На сегодня все. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне.